Сегодня мне хочется говорить с вами о финансах. И так или иначе, мне очень хочется с вами пройти хоть какие-то пункты, которые помогут каждому из вас изменить свою жизнь. Вы понимаете, что интересно, что каждый человек, он имеет шанс на процветание. И разные люди, я не хочу вам за всех людей говорить, там, которых, вот, о которых можно было бы говорить, но вы можете записать себе вот такую фразу, это вот как из моей души фраза, да, там, обычный человек может стать великим человеком. Обычный человек может стать великим человеком. Каждый, любой присутствующий в этом зале, он имеет такую возможность в жизни добиться финансового процветания. Если воля Божья на это, конечно же, друзья, вы должны точно знать, что воля Божья есть на то, чтобы мы добились финансового процветания. Почему такое бывает, что финансового процветания нет у верующего? Причины на это бывают основных две. Одна духовная причина, и вторая недуховная. Духовная причина такова. Человек нарушает духовные законы. То есть человек может просто красть десятину. Он может не почитать пожилых людей. То есть вот своих родителей. То есть не заботиться о них. И бывает такое, что даже верующий нечестный человек в деньгах. И это трагедия, друзья. Именно эти причины духовные, они страшны. Недуховная причина, она очень простая. Потому что несмотря на то, что ты верующий, это, знаете, как ты можешь оставаться человеком, во-первых, ленивым. Во-вторых, ты можешь быть человеком низкого качества. Знаешь, низкопробный продукт, как говорят, делает, да? То есть что это такое? То есть человеку, когда ты даешь ему какую-то работу, ты доверяешь ему, этот человек, он не хочет делать ее хорошо. Когда Бог что-то сделал, да, Он сотворил небо и землю, Он говорит, весьма хорошо. Ему понравилось это. Но многие люди, когда они приходят на работу, они плохо работают, они некачественно делают, они поступают неправильно, и, как правило, они не могут расти. Вы знаете, что для того, чтобы иметь рост, нужно хорошо и качественно работать. Ты скажешь, пастор, так подожди. Конечно же, если бы я свое дело имел, я бы его делал хорошо. А так как я работаю на какого-то человека, то этот человек, он там неверующий, он плохой, я не хочу для него качественно делать. Но Библия очень четко дает инструкцию по таким вопросам. И Библия говорит, что если ты не верен в чужом, кто тебе доверит твое? То есть для начала ты должен понять такую истину. Где бы ты ни был, ты должен очень качественно работать. Послание к Колоссянам говорится, и все, что вы не делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. И говорится, что награду вы получите от Господа. И понимаете, вот многие люди, которых я вижу в жизни, это люди верующие, но это люди, которые очень плохо выполняют свою работу. Они не могут процветать не потому, что Бог им не дал этого, а потому что они сами установили такой финансовый уровень своей жизни. Когда я пришел в церковь, друзья, я работал по стройкам. И мы работали с Сергеем Янышем, моим другом, ну, знаете, подсобниками. И удивительно было то, что нас везде, каждый, кто что-то строил, пытался забрать к себе. Потому что мы работали очень и очень качественно. Мы делали все на высшем уровне. Мы старались. Мы нигде не прогуливали, не ленились, не спали там. Не было какой-то медленной работы. Мы делали очень много работы. И я вам хочу сказать, что человек, который работает даже на других, но он работает как для Бога,
рано или поздно ты увидишь, он начнет расти. Потому что на самом деле, друзья, я в своей жизни это увидел, что когда ты качественно работаешь, ты востребованный. Когда ты некачественно работаешь, люди будут, наоборот, удаляться от тебя. Деньги будут проходить мимо. Потому что никто не может сегодня, имея такой, знаете, некачественный подход, увидеть процветание. Поэтому, друзья, сегодня, если говорить вот о верующих людях, есть причины, почему верующий человек не процветает. И хочется каждому просто сказать, кто не процветает, начни работать. Хорошо работать. Так работать, чтобы за тебя боролись эти работодатели. Начни делать свою работу на высочайшем уровне. Стань профессионалом. Но об этом мы поговорим еще. И знаете, многие люди, которые были нищими, которые были бедными, которые были вообще без надежды, они стали великими. Некоторых из них, прежде чем учить, я приведу вам в пример. Такой был человек, это японец, создатель фирмы Panasonic, Канасуке Мацусита. Ну, это такие страшные слова. Вот, имя такое, да? Человек, которому не удалось окончить даже начальную школу. Когда этому Мацусите было 9 лет, его отец разорился, и семья вынуждена была отправить маленького мальчика на заработки. Когда ему исполнилось 20 лет, он уволился из мастерской и устроился работать электромонтером, где придумал новый патрон для лампы. Но его идею никто не поддержал. И тогда они с женой продали ее скромные украшения, заложили в ломбард свою одежду и на вырученные деньги сделали пресс-форму патронов. Первое производство новых патронов находилось в спальне их съемной квартиры. Пластмассу они разогревали в обычной кастрюле. Мацусита по вечерам сам изготавливал электропатроны, а днем их продавал. Несмотря на отсутствие элементарного образования, в 1975 году Мацусита был признан самым богатым человеком в мире. Вот, да, можно поаплодировать, потому что мы видим, да, что обычные люди, которые вообще не имели надежды, но они добивались процветания. И вот посмотрите дальше. Томас Эдисон, один из богатейших и известнейших людей в Америке, основатель, ну вы знаете, кто такой Томас Эдисон, я не буду много говорить об этом, он даже не смог окончить начальную школу. Через 3 месяца обучения его мать вызвал директор школы и сказал: «Ваш сын умственно отсталый ребенок». Вы слышите? «Он не может учиться с нормальными детьми. Обучайте его сами». Она, придя домой, сказала сыну, что он слишком гениальный, чтобы учиться в обычной школе, что эти школы ему не подходят, и стала обучать его дома. Он изобрел первую электронную систему голосования, но ее никто не купил. Его фирма обанкротилась. Эдисон создал сотни изобретений. Первую электрическую лампу, щелочной аккумулятор, проигрыватель и многое другое. То, что Эдисон не окончил школу, не помешало ему стать одним из богатейших и известнейших людей в мире. Он провел более 10 тысяч экспериментов и списал 40 тысяч страниц. На все неудачные опыты он говорил: «Это не поражение, это еще один шаг к успеху. Мы просто знаем еще один неработающий вариант. Поэтому наша вероятность добиться успеха возрастает еще больше». Вы знаете, люди, которые не вызывали, знаете, у кого-то восторга, стали самыми великими людьми. Джорджо Армани, один из самых знаменитых и богатых дизайнеров одежды в мире. Сегодня его имя известно всему миру. Состояние насчитывает около 8,5 миллиардов долларов. Армани учился на врача, но когда понял, что эта профессия ему не нравится, уволился и стал учеником дизайнерского дома Черутти. Не имея никакого художественного образования, он стал страстно изучать модельный бизнес. Он начал свою жизнь с нуля и стал одним из дизайнеров номер один в мире. К концу 90-х годов у Армани было более 2000 магазинов по всему миру.
и годовой объем продаж примерно 2 миллиарда долларов. В настоящее время ассортимент продукции – это мужская и женская одежда, обувь, сумки, часы, очки, ювелирные изделия, ароматы, косметика, мебель, товары для дома. Он занимается гостиничным бизнесом, получил несколько национальных и международных наград, был удостоен почетной докторской степени Королевского колледжа и так далее. Не буду все читать, послушайте, но смысл вот в чем. Обычный человек, посмотрите, он стал мировым. Вы знаете, вот в учении, которое я буду давать вам, там есть пункт, что почему многие люди остаются в этом состоянии бедности. Почему? Потому что они даже не допускают той мысли, что для них возможно стать великими людьми. Что для них возможно процветать. Меня кто-то слышит в этом зале? Это очень важно понимать. И ты сегодня уже должен начать понимать о себе. То есть то клеймо, которое ты поставил на себе, сегодня нужно его убрать. Потому что ты должен начать задумываться над тем, что ты можешь стать великим человеком. И давайте посмотрим, может, еще на кого-то. Такой человек, как Соичиро, ох, эти японцы, Honda, да? Мотоциклы и машины Honda. У кого есть Honda здесь? У кого Honda? Вот некоторые поднимают руки. И Honda родился в маленькой деревне, в беднейшей семье. Два его родных брата и сестра умерли от голода. Представьте себе. Какой ужас. Из всех детей в живых остался только он. Он не окончил школу. Прежде чем добиться успеха, Honda 5 раз разорялся. Но не сдался и стал уважаемым, известным мультимиллиардером. Honda любил повторять: успех – это 99% поражений и 1% удачи. Это человек с большим багажом свершений. 470 изобретений и 150 патентов. Ну, в общем, и так далее. И что хочется сказать, здесь много о нем описывается, но я не хочу за всех читать вам, друзья, здесь много людей, которые были никем и стали кем-то. И сегодня вопрос — это принятие слова. И сегодня мы учимся, друзья, да, мы сегодня должны поучиться другой стороне. Вот есть сторона, знаете, духовная, есть сторона такая духовно-душевная. И есть, конечно же, сторона духовно-душевно-физическая, такая материальная. И вот первый пункт, который запишите, пожалуйста. Мечтайте по-крупному. Мечтайте по-крупному. И знаете, вот этот момент, мечтайте по-крупному, для меня он очень важен. Потому что каждый раз, чтобы обновить свое мышление, я должен был переступить в своем разуме те границы, которые были установлены. Я даже не знаю, кем они были установлены. То ли я их сам установил, то ли кто-то мне их установил, то ли этот мир так на меня повлиял. Когда это было? Я даже не знаю. Я не могу все это проконтролировать. Но каждый раз я сталкиваюсь с одной вещью, что мои мечты, к примеру, да, они как будто бы, ну вот, не работают. Почему? Потому что они ограничены. Как только я ломаю ограничения, и я начинаю вдруг допускать мысль, что для меня это возможно. Это меня сначала шокирует, и внутри приходит свидетельство от Бога, друзья, что оказывается, Он ждал, когда я наконец об этом подумаю. Понимаете, Бог, Он бывает не хочет, чтобы мы думали ограниченно, потому что Бог не любит ограничений. Запиши себе это. Бог не любит ограничений. И, конечно же, вот подумайте сами, что иногда какая-то мысль вызывает присутствие Святого Духа. Когда вы молитесь или размышляете, вдруг приходит присутствие Святого Духа. И вот я вам говорю, какие мысли бывают вызывают присутствие Святого Духа. Когда ты обновляешь свое мышление, и это касается твоей мечты. Когда вот ты начинаешь о чем-то конкретном думать, и вдруг ты допускаешь мысль: а что, знаете, это как вот примерно, а что если отправиться в плавание, в какое-то путешествие, я образно говорю, да, и вот вдруг у тебя такая мысль: да ну, да что нет, вау, эта мысль тебя шокирует, если о ней начинаешь думать реально. Точно так в финансовой сфере. Многие люди, они
просто застыли в своей гавани. Они там закрыты. Как будто бы, знаете, лодка просто стоит на якоре. Нельзя этого долго делать. Нужно сейчас вот через это учение сняться с якоря, образно говоря, и начать мечтать, по-крупному мечтать. Нужно начать думать о себе, чего ты хочешь. Знаете, вот некоторые вопросы, которые в самом деле нужно представлять себе. И знаете, вот на минутку, даже сейчас, представьте себе вот на одно мгновение, да, вот что у вас все есть, что вот нет чего-то, о чем вы мечтали, да, и этого нет. Вот представьте на минутку такую жизнь. Вот если бы у вас была возможность, какой бы жизнью вы жили? И знаете, вот подобные вопросы, они вызывают у тебя ответы, да? И вот какую жизнь? И сейчас, прямо в этот момент, возьми, подумай, вообще, что ты хочешь? Что бы ты хотел? Вот представь, что у тебя все есть для этого. Вот у тебя есть деньги, у тебя есть там возможности. Что бы ты хотел? Как бы ты хотел жить? Кто-то скажет, я бы, наверное, вообще на колледж не приехал, да? Я бы, наверное, где-то на море был. Никто так не скажет, скажи аминь. О, какой слабый аминь. Боже мой. Боже мой. Вы что? О, аллилуйя. У кого-то там вера. И знаете, есть такое, знаете, понятие, да, когда ты, вот я вам просто хочу как-то немножко вот помочь, когда ты хочешь изменить свою жизнь, бывает нужно заглядывать вперед. И вот заглядывать вперед и понимать, чего ты хочешь. Вот, вот поймите, вот к примеру, я стою перед вами, мне 44 года, вот зимой будет 45, да. Я смотрю на свою жизнь, и я понимаю, да, у меня очень активная жизнь должна быть вот эти 20 лет следующие. Очень активная жизнь. Я просто делюсь с вами, может, это кому-то поможет из вас. И я размышляю и думаю, вот мне было 20 лет, это вообще юность, глупость, вообще это выкинуть можно. Еще 20 лет ты постоянно борешься, да, там достигаешь чего-то. И самые центровые годы, ну, вообще в жизни человека, это вот от 60 до 70, о, Господи, от 40 до 70. Да, от 40 до 70, это самый центр, знаешь, это когда вот люди могут изменить все. Когда человек, если до этого он может все изменить, это понятно, но вот здесь вот люди, они очень часто начинают думать о себе, что, о, это поздно уже что-то начинать, это поздно уже, ну и так далее, да. И вот послушайте, но на самом деле это время самое центровое, самое лучшее, потому что в это время ты можешь полностью изменить свое здоровье. Ты можешь увидеть себя, каким ты хочешь быть. Вот каким ты хочешь быть реально. И женщина любая может посмотреть на себя и сказать, да не, я там полненькая, у меня уже там ничего со мной уже не сделаешь. Никто мне не поможет, мне даже хирурги не помогут. Ни пластическая операция не поможет, ничего мне не поможет. Дорогая моя, это все ерунда. На самом деле, когда ты начинаешь смотреть в будущее и понимать, что ты хочешь, тогда только ты поймешь, что тебе делать сейчас. И вот нужно всегда заглянуть в будущее и посмотреть, что ты хочешь относительно своего здоровья, что ты хочешь относительно своих финансов. Вот как ты хочешь прожить конкретно там следующие 20 лет? Кем ты хочешь быть? Нужно в этот момент просто понять это. И вот если ты хочешь процветать, ты должен понять, что конкретно ты подразумеваешь под словом процветание. Кому-то нужно, ну я извиняюсь, там, пару тысяч долларов в месяц, и он говорит, да мне вообще с головой хватит. Кому-то пару миллионов долларов надо. У каждого свой уровень. Поэтому Бог с каждым имеет индивидуальные отношения, да? И избыток для каждого — это разное понятие. И вот поймите, к чему я говорю. Я вам помогаю. Заглядывайте в будущее и посмотрите, кем вы хотите быть. Не смотрите на то, к чему идет дело. Потому что бывает, человек смотрит на себя и говорит, ой, через 10 лет или там 5 лет мы вообще разоримся, будем нищими, будем бедными, будем больными. Это мышление, выкиньте, это все неправда. Все, что ты можешь сейчас видеть, это все неправда. Правда — это то, вот, что ты хочешь. Что ты хочешь.
И когда ты заглядываешь, ты должен увидеть, кем ты хочешь стать. И вот когда ты понял, кем ты хочешь стать, ты уже, отталкиваясь от этой мечты, начинаешь думать о том, как тебе этого достигнуть. Скажите, вам понятно то, что я говорю? Как тебе этого достигнуть? И ты начинаешь понимать, что тебе сейчас нужно предпринять. Потому что у тебя уже есть четкий образ самого себя через 5 лет. Ну, я так для примера говорю. Через 5 лет. Поэтому ты, заглядывая вперед, начинаешь понимать, о, окей, для того, чтобы мне скинуть, к примеру, 25 килограмм веса, это проблема, когда ты заглядываешь вперед, и ты смотришь, нет, не проблема. Потому что если каждый месяц я буду там терять по 2 килограмма, то я извиняюсь, там уже через 10 месяцев я уже 20 килограмм потеряю. Логично или нет? Да ты что? Год вот так пролетит. И ты все, потерял этот вес. Но я сейчас о деньгах говорю, ну вообще, послушайте, касается это и здоровья. Что мне нужно делать? И ты начинаешь просто, послушайте, есть такое понятие, менять образ жизни. Потому что, понимаете, мы будем еще о здоровье говорить, но не знаю, хочется просто сказать это. Многие люди, вы что делаете? Чтобы похудеть, вы запрыгиваете на диету. И вот вы побыли на диете, и запомните, это везде, по всей земле одинаково. И вам это будет интересно. Если вы запрыгнули на диету, то, как правило, чтобы вы знали, придет момент, когда вы спрыгнете с диеты и наберете еще больше, чем было. И так у всех и происходит. Поэтому запрыгивать на диету, просто принцип такой «хочу похудеть», это не работает. Работает что? Изменение образа жизни. Точно так в деньгах. Понимаете, когда ты смотришь на себя в будущем, у тебя появляется образ. И ты понимаешь, что ты хочешь. Подожди, я всю свою жизнь хожу, у меня нет денег, это неправильно. Я хочу добиться успеха. Я хочу добиться результата. Что мне для этого нужно? Дорогие друзья, для этого нужно изменить образ жизни в сфере финансов. И все возможно для каждого человека. Все возможно. Начинается все у всех с маленького. Я не случайно вам прочитал эти истории, чтобы вы поняли, что все начинается буквально с нуля у всех. Недавно я разговаривал с одной девушкой, и в кино недавно снимался, там роль у меня 3 минуты. В ноябре будет этот фильм. И там, получается, роль моя была, что я там еду с семьей, как будто бы мы едем, там авария, мы стоим, разговариваем, и там была игровая семья. Ну, типа, я же еду, жена, дети, 2 детей там были, и типа, это моя семья. И вот эта девушка, очень хорошая девушка, мы с ней общались, она смотрит наш телеканал, и она говорит, понимаешь, вот если вот человек начинает даже вот какой-то бизнес, легко, когда у него есть стартовый капитал, когда у него есть там деньги, и то есть, смотрите. Я говорю, ты знаешь, вот ты так говоришь, но на самом деле практика показывает, что у кого даже есть стартовый капитал, они часто вообще ничего не достигают. А достигают как раз те, у которых вообще ничего нет. Я объяснял ей эти принципы, да, говорю, бывает вот самое главное твой капитал, это твое страстное желание внутри. Это вот твое внутреннее направление, это когда ты понимаешь, чего ты хочешь. Вот это твой капитал. Потому что даже если у тебя будут деньги, но если внутри у тебя нет страстного желания, четкого направления, четкого видения и вот этой бульдожьей хватки, я тебе скажу, твой стартовый капитал может просто исчезнуть. И все. Ничего не произойдет. Поэтому, понимаете, братья и сестры, изменение образа жизни в финансовой сфере. И самое главное, вот сейчас принять эту истину, что оказывается, для того, чтобы у меня появились деньги, что мне нужно? И человек говорит, у меня чего-то не хватает для этого. Правда в том, что у тебя всего хватает. Кто-то слышит? Нужно это просто принять. Правда в том, что у тебя всего хватает. Что у тебя есть все для того, чтобы ты начал процветать. Я бы мог вам приводить сейчас истории людей, которые
человек, который вообще неподвижен. Он может двигать только одним пальцем. Он даже говорить не может. И он миллиардер. Понимаете? Другие имеют руки, ноги, все, и говорят, нам, мне чего-то не хватает. И вот сегодня, смотрите, изменение образа жизни. Итак, я смотрю вперед, я вижу, кем я хочу стать, и я начинаю размышлять о том, что мне нужно сейчас изменить в своем образе жизни. И я бы много мог на эту тему говорить с вами, но одна из вещей, которую, ну, конечно же, мне хотелось бы вам сказать твердо. Если ты решил развивать в себе вообще конкретно вот этот предпринимательский дух, вообще развивать в себе конкретную, знаешь, ауру процветания, ты должен стать человеком, который всегда стремится все сделать лучше, чем другие. Ты должен уметь выделиться, ты должен уметь решать вопросы. Понимаете, решать вопросы, запиши себе. Это очень-очень важно. Если ты даже работаешь где-то, где бы ты ни работал, послушай, начни делать все так, как будто бы ты там хозяин, как будто бы это твое, как будто бы ты ответственный за все. И ты увидишь, как из уборщицы ты дойдешь до генерального директора. Потому что ты начнешь осваивать каждый момент, каждый шаг. Все люди, вот знаете, вот даже в церкви, вы поймите, с чем я сталкиваюсь. Люди, которые в церкви, да? Если ты смотришь, человек, вот он приходит в служение. И он ответственный за какую-то работу конкретно. И знаете, что я вижу? Он как бы дистанцируется и абстрагируется. То есть он говорит, вот это мое дело, а вот тут рядом, к примеру, рядом с ним будет проблема. Он говорит, это не мое дело. Знаете, о чем это говорит? Этот человек никогда расти не будет. Потому что он не берет ответственность. Ответственность — это такая вещь, понимаете, когда человек ее начинает брать, к нему приходит власть и авторитет. Если же человек ее не берет, он не растет в этих вещах. И вот есть люди, которые приходят, и человек ответственный за что-то, но он так переживает, он и там что-то заметил, и там сделал. У него везде переживания. И ты понимаешь, что этот человек, ну не может он уже долго здесь находиться. Он уже должен стать ответственным и начальником где-то. И можно из простого человека стать начальником, если ты меняешь свой образ жизни, образ мышления и работы. Давайте скажем так. Запишите. Развивайте в себе чувство направления. Развивайте в себе чувство направления. Развивайте в себе чувство направления. Можно сказать, братья и сестры, послушайте, все успешные люди, они очень много думают о своих целях. Все успешные люди очень много думают о своих целях. И то, что меняет нас очень сильно, когда ты начинаешь развивать в себе конкретно вот это мышление целеустремленного человека, когда ты записываешь свои цели. И вы знаете, вот, ну, бывает, мы говорим, нужно записать там 10 целей, да, которые мы хотим достичь за 12 месяцев. И часто такое бывает, когда мы, к примеру, садимся, и мы начинаем писать эти цели. Не знаю, бывало у кого-то такое или нет, но вдруг ты начинаешь эти цели, ну, как бы придумывать. Так как у тебя их нет, ты из пальца их высасываешь. И ты начинаешь что-то писать. Скажите откровенно, у кого-то бывало такое на тренинге? Ты сел, две цели написал, а потом думаешь, а где же третья цель? А, ого, их 10. Ну, давай придумаем, хорошо. Да, давай, купить кошку. Хорошо. Уже нет цели. Перекрасить кошку. Хорошо. И так, знаешь, нет цели. Потому что очень часто у тебя внутри пустота, у тебя нет идей, у тебя нет целей, у тебя нет, вот, знаешь, ты не обрастаешь этим. И вот это и есть причина, по которой у тебя денег нет.
Потому что у тебя идеи нет, у тебя цели нет. У тебя, знаешь, вот если тебя спросить, напиши цели свои, у тебя и целей-то нет. Если тебя спросить, чего ты хочешь в жизни, вот скажи сейчас прямо, чего ты хочешь. Вот Бог придет тебе, как Соломон, и скажет, проси, что дать тебе. И ты скажешь, Господи, приди завтра ночью. Потому что я не в курсе, я просто потерялся. Я не пойму сам, чего я хочу. И это говорит о том, что у тебя не развито чувство направления в жизни. Вы меня понимаете, о чем я говорю или нет? У тебя оно не развито. Поэтому ты, ну как знаете, вот есть люди. Сегодня он работает в одной фирме там одним человеком. Потом он работает уже где-то в другом месте. Потом в третьем месте. А почему так получается? Только по одной причине. Потому что у человека не развито внутри вот это чувство целеустремленности. Он не обрастает идеями. Если вы спросите меня, чего я хочу, я рассказывал вам все свои идеи. Это заняло бы много уроков. Мы бы не вложились в один день. Потому что я все время об этом думаю. Я сижу и думаю, Господи, Боже мой, вот если в служении мы пойдем в Европе, начнем там открывать церкви, храмы, поехать в Латвию, поехать в Германию, поехать в Америку я поеду в октябре. В октябре я серьезно туда еду, в Америку. И получается, и ты думаешь, и туда поеду, и туда поеду, и то сделаю. Аллилуйя. А если кино снимать? Мы вчера сидим, разговариваем там с Наташей Бессоновой. Я говорю, кино. Ты, я говорю, понимаешь, нужно снимать кино. Она на меня уже так смотрит. Я говорю, кино нам нужно снимать. Осень, я говорю, Наташа, давай снимем кино. Одно, второе, пятое, десятое. Хорошо. Давай будем делать это. Давай будем делать. И знаешь, идеи, они всегда приведут тебя к чему-то. Ты должен быть идейным человеком и целеустремленным. У тебя должно быть направление. Если ты хочешь развиваться в финансах, а кто из вас хочет вообще изменить свое финансовое положение? То мало ли, может все тут миллиардеры сидят, миллионеры. Вы поймите такую вещь, что на самом деле, когда у тебя появляются четкие цели и четкие мечты, у тебя вдруг притянутся какие-то ситуации и возможности, чтобы достигнуть этих целей. Вот когда у тебя есть цель, запиши себе, составь план. Вот начни мечтать и что-то планировать, что ты будешь делать. И знаете, что нужно делать еще? Нужно все время думать и говорить об этой цели. И вот я все не понимал, да, вот как же кино снимается. Для меня это была загадка. И вот вы знаете, я все думал об этом. И представьте, потом пришел момент, и я стал все понимать. Это вчера Наташа говорю, представляешь, я все увидел, как мы можем сделать кино. И так. Как нам его сделать, чтобы нам не связываться с кем-то, да, там, с какими-то людьми. Мы работаем с людьми, но с хорошими людьми, с порядочными людьми. Вот. И знаете, что интересно? Когда ты об этом говоришь и думаешь, у тебя появляется понимание. Запиши себе. Понимание и разумение. Потому что всегда, когда ты чего-то хочешь и о чем-то мечтаешь, заглядывая вперед, это вот вы должны учесть это, то это не значит, что ты понимаешь, как это сделать. Потому что мечтать о чем-то, это еще не значит знать, как это сделать. Но если вы будете об этом мечтать, думать, говорить, то придет момент, когда к вам придет разумение, как это сделать. Удивительно то, что вот здесь сидят в зале люди, да, которые где-то для себя, вот когда вы слушаете даже вот это учение, где-то для себя у вас уже какой-то вердикт, что вы никто, и деньги вы зарабатывать не можете. И вот это ошибка большая. Потому что вы можете поставить себе цель, дорогие братья, сестры, поставить себе цель вот где-то и с кем-то работать. Устроиться на работу, на какую-то фирму даже. Начать с этого хотя бы.
и сказать, я буду там работать, и я буду получать эту зарплату, хотя бы с этого. Кому-то нужно свое дело, но для того, чтобы свое дело открыть, ты сначала пойди куда-то и там поработай, чтобы освоить это. Ты меня слышишь или нет? И вот этот момент, он важен для тебя. Итак, думайте и говорите об этом. Запишите такую вещь. Это с послания к Колоссянам. Делайте свою работу так, как для Господа. Делайте свою работу так, как для Господа. Что это вам даст? Всегда, когда вы делаете работу как для Господа, то я вам скажу, что произойдет. Вы даже не заметите этого, как вы станете человеком с такой хозяйской хваткой, человеком, который, знаете, вот может управлять. Потому что все люди, которые что-то делают как для Господа, они очень хорошие управители. Вот самые крутые управители, друзья, вот организаторы, руководители, это те люди, которые когда-то просто что-то начали делать как для Господа. Вот для примера. Возьмем вот моих помощников. Каждый из них, они начинали свое служение, делая что-то незначительное. Делая что-то незначительное, друзья. Но возьмем Наташу Бессонову. Что она делала? Ее первым служением, знаете, что было? Кормить бомжей на улице. И она кормила бомжей. У нее была такая машина. Невероятная. Просто это как американские горки, потому что на ней не было тормозов. Колеса, знаете, резина именно, была, знаете, как будто бы кто-то ее полировал. И я помню, зима, если нужно остановиться, на этой машине было невозможно. Один раз ее взяли на буксир, чтобы завести машину. Ну и ребята какие-то пожалели девушку, знаете, взяли на буксир. Они же не знали, что у нее тормозов нет. И представьте себе, они ее ж толкают, машина там завелась, не завелась, и они пытаются остановиться, а она летит, и там сбоку была какая-то старая машина стояла. И она, чтобы не в них, в эту машину, жа-жа, со всей дури. Вот так останавливалась Наташа. Я помню, я однажды еду за ней. Она не знала, что я за ней еду. И она вот так по всей дороге вот так. Это была двойка, знаете, машина такая. Двойка. Ну, крутая тачка вообще там. Подобно Феррари, такого коричневого цвета. Ей было лет 30. И она вся была сварена из каких-то частей. И она не могла даже ровно ехать. Она вот так вот ехала, эта машина. И она в ней кашу возила, вот это все для бомжей. Но знаете что? Удивительно было. Она настолько качественно все это делала. За каждого бомжа переживала. Машина эта, она ехала. Она ее толкала. И сегодня люди приходят и говорят, какая у нее машина. Прям передачи снимают. Посмотрите, какая машина у помощника этого Монтяна. Нормальная машина у нее. Ну, не всю жизнь же ей на двойке ездить, правильно? И вот представьте себе, она начала с кормления бомжей. Но она воспитывала в себе вот этот дух, да? Вот это качество. И сегодня она управляет всем, она понимает все там, в телевидении, она разбирается в церквях, она может строить церковь. Вы знаете, тут в Киеве мы увидим вот воскресное собрание, здесь будет полный зал, вспомните мои слова. Потому что мы с ней поговорили недавно, и она говорит, я говорю, так, ну, мы так разговариваем, бывает. Я говорю, так, я говорю, ты ответственно за церковь в Киеве, внутри работа вся по ячейкам, все твое. Я говорю, ты поняла? Да. Я говорю, цель знаешь? Знаю. Полный зал, все. И знаете что? Если она это говорит, она это сделает. Потому что у нее здесь уже работает мозг так, что она осваивает новые темы. Любую новую тему она ее осваивает. А почему? Подумайте, почему?
Потому что все, когда ты делаешь все как для Господа, ты всегда станешь очень успешным руководителем. Вы теперь услышали меня ли? Амен. Вот сегодня, обращаясь к вам, я хочу сказать, где бы вы ни работали, даже если вам не нравится ваш начальник, даже если он нечестный человек и все остальное, но вы делаете свою работу так, как будто бы вы ее делаете не для него, а вы делаете ее для Господа. Вы слышите меня? И Бог в награду вам всегда даст уровень, новый уровень. Вы вырастете, даже если кажется вам, там мне уже там полтинничек, как бы когда мне уже там расти. И в 50, и в 60 можно расти. Можно изменить свое мышление. Мне так понравилось, как одна бабушка давала интервью возле Дворца спорта. Это еще в первый день колледжа. Я не раз уже смотрел ее интервью, и она говорит, я уже не молодая, но говорит, я верю в изменения моей жизни. Я так слушаю, думаю, точно верующий человек. Нашего духа, как говорится. Потому что 60, 70, жизнь у кого-то только начинается. Аминь. У меня была история, знаете, когда я поехал когда-то я зарабатывать деньги на яблоки, знаете, яблочные сады. И мы поехали туда с Сергеем Янышем, и мы там работали. И там были мы вдвоем, и с нами были еще люди с церкви, но они уехали. Остались мы вдвоем, и была целая такая команда неверующих людей. И они были такие, знаете, нечестные, такие прям бандюковатые, такие, знаете. И вот представьте, мы работаем бригадой, и нам надо набирать по 2 тонны каждый плодовоз, там 2-200. И мы же набираем, и это как общий котел. Потом все от этого получают. А те люди, там были особенно 2 человека, они в это время собирают яблоки и отправляют поездами там на Украину. И вот слушайте, такая нечестность, мы работаем на них, получается. И мы им приходим и говорим, что же вы делаете? Они говорят, да короче, работайте, мы вам сказали. А мы такие с Сергеем посоветовались. А говорим, давай будем делать все вот как для Господа. Вот как для Бога будем делать. Пусть они даже так поступают, а мы будем делать как для Бога. И мы работали, работали, работали. И мы продолжали работать. И вот пришло время продавать яблоки. И их так много было, что покупателя не было. И знаете, чем все закончилось? Вот эти парни, они потеряли все. А мы, наоборот, продали все по самой максимальной цене. А знаете почему? Потому что всегда, когда ты делаешь свою работу как для Господа, Бог тебя поднимет. Потому что написано, от Бога вы получите награду, а не от начальника. Сам Бог вознаградит тебя за твое отношение. Потому что у многих есть твердыня. Они думают, что служение Богу, это вот, ну, к примеру, мы в ячейку ведем, и только это служение Богу. Нет, ты для Бога можешь и на работе работать, и делать во славу Его что-то. Чтобы через тебя прославлялось Его имя. Кто-то меня слышит? И когда ты развиваешь в себе это, ты развиваешь в себе будущего руководителя, организатора, мудрого человека. И сегодня, как мы за Наташу говорили, раньше она бомжей кормила, и она там ездила на этой двойке без тормозов. И Бог ее только сохранил, чтобы она там не разбилась. А сегодня? Сегодня она руководит многими вещами. Многие люди не понимают, как она мыслит. Ездит на X6, там M-ке, самой последней. И люди говорят, это потому что, а я говорю, люди не знают почему, а я знаю, потому что нужно все делать как для Господа, а не для человеков. Тогда будет благословение. Вот запишите себе такое выражение. Стремитесь к совершенству. Стремитесь к совершенству. Решите стать лучшим в своем деле. Решите стать лучшим в своем деле. Знаете, вот бывает нужно, выбрать направление. И вот вы сидите сейчас, слушаете. Как вы слушаете? Это ваш личный выбор. Но кто-то из вас, вы должны услышать, что, понимаете, как вот, нужно выбрать направление и потом стать в этом лучшим.
И чтобы вот стать лучшим, один из нюансов, да, вот о направлении своей жизни, да, о целях. Как я вам сказал изначально, нужно понять, что ты хочешь. Нужно понять, о чем ты мечтаешь, кем ты хочешь быть. И когда ты поймешь это, вот дело, которым ты хочешь заниматься, вот твое любимое дело, вот если тебе, ну вот все люди, смотрите, вот все практически работают из-за чего? Из-за денег, правильно? Логично? Из-за денег, я вам прямо говорю. Вот я вам хочу сейчас помочь выбрать направление. Вот все люди работают из-за денег. Чтобы, как Екклесиаст говорит, все труды человека для рта его. А вот теперь подумаем. Представьте себе картину. Что у вас есть деньги. Вот если бы у вас было много денег, вот 100 миллионов долларов сейчас, вы бы делали сейчас, работали там, где вы работаете или нет? Нет. Поэтому, смотрите, нужно понять простую вещь для того, чтобы стать успешным. Нужно найти то дело, которым вы бы занимались, даже если бы у вас было 100 миллионов долларов. Вы теперь услышали меня? Это путь к успеху. Я рассказывал давно еще историю здесь, в Дворце спорта, как я работал тогда по стройкам, и мы работали у одного еврея. Знаете, такой классный мужик, жена у него такая, вообще они такие, знаете, серьезные люди. И вот что было интересно, что у него на то время, знаете, у него там строительство такое, помню тогда 96 таких огромных таких домов трехэтажных было у него, и мы в одном из них работали. И я помню, мы так сидим, разговариваем за обедом там, и я что-то спросил, и оказывается, жена работает учителем. А я такой, знаете, для меня такое непонимание. Я говорю, вы работаете учителем? Зачем? Если у вас столько денег. Она говорит, а я люблю свою работу. Я работаю, потому что я люблю свою работу. Понимаете, кто-то вот попадает в эту сеть. И в эту сеть, поймите, я хочу и к пасторам сказать, и пастора попадают. Они служат, служат, служат. Очень часто, знаешь, когда приходят деньги, останавливается рост. А почему? Потому что человек, он где-то внутри, он это делал, потому что ну, деньги, хоть какая-то зарплата была. А когда приходят большие деньги еще, ой, когда его благословили там, он думает, а зачем напрягаться? И вот нужно настолько влюбиться в свое дело, что поменяйте все, чтобы ты был готов сам платить, чтобы только делать это дело. Именно когда у тебя такое отношение, тогда именно это дело станет для тебя благословенным. То ли это служение, то ли это бизнес, то ли это какое-то любое дело. Вот кто-то, он фотографировать любит. Но он так любит фотографировать, что он чокнутый на этом, да? Вот просто он везде все фотографирует. Люди его боятся, да? Понимаешь, у него может быть много денег уже, но он фотограф, потому что он любит вот эти какие-то кадры делать. Он запечатлевает. Кто-то оператор, он такой вот любитель этого дела. Вы думаете, вот эти операторы мировые, они просто за деньги? Нет. Это надо любить, чтобы так снимать на мировом уровне. И поймите то, о чем я говорю. Выбрать нужно то, что ты любишь. И когда ты уже выбрал вот этот момент, когда ты уже выбрал, тогда ставь себе цель. Я хочу стать лучшим. Вот кто-то из вас сегодня, вы, может, так просто там, таксист. Таксист. А какой ты таксист? Вот какой ты таксист? Я когда-то тоже таксистом был. Таксовал по полной программе. А какой ты таксист? Вот задай себе вопрос. Ты должен быть таким таксистом, чтобы все люди тебе, которые с тобой столкнулись, звонили и говорили, именно ты должен нас отвезти. А потом в конце, кем ты должен стать? Тем, у кого будет, может быть, там 300 машин в такси.
Понимаешь? Я образно говорю. Все, что ты любишь, ты в этом должен стать лучшей. Аллилуйя. Аллилуйя. Запишите себе такое выражение. И запомните его тоже. Никто не лучше вас. И никто не умнее вас. Никто не лучше вас. И никто не умнее вас. Все, кто сегодня считаются лучшими, поверьте, они когда-то были худшими. И запишите себе, ваша жизнь станет лучше, когда вы сами станете лучше. Ваша жизнь станет лучше, когда вы сами станете лучше. И вы знаете, я понимаю, о чем я говорю, потому что вот я, посмотрите на меня, я не был человеком, который, знаете, вот вы могли посмотреть на меня и сказать, пастор, ну да, ты закончил 3 университета с золотыми медалями, и ты вообще, и родители тебе подарили там на окончание университета и дом, и машину, и $3 миллиона. То есть такого не было. Друзья, я знаю, что такое ставить цель. И когда я был в Перещепино, я вам для примера говорю это, когда я был в Перещепино, когда у меня в церкви было 15 человек, у меня была четкая мечта. Я очень сильно мечтал. Мечтал невероятно просто. Мечтал быть лучшим. Я серьезно говорю. И это не гордость. Я мечтал, я понимал, я знал, что, Боже, спасение людей, в этом я должен быть лучшим. Спасение людей, в этом я должен быть лучшим. Когда я взял Библию в руки, я сам себе сказал, я должен быть профессионалом. Профессионалом. Я изучал Библию и читал ее вот так вот наизусть. И знаете, это моя, образно говоря, профессия, да? И сегодня ты должен тоже для себя принять решение, что ты станешь лучше, что ты станешь одним из первых. Следующее. Подумайте о том, какой один навык, доведя до совершенства, окажет максимальный эффект на вашу жизнь. Какой один навык, вот если вы его доведете до совершенства, окажет максимальный эффект на вашу жизнь. И вот развитие навыков, друзья, это очень сильная вещь. И какой один из них, на котором вы должны остановиться? Можно вам вопросы задать? Вот как вы думаете, для пастора, вот сидят здесь пастора, какой навык самый важный может быть? Не, посвящение это не навык. Вот навык в работе. Вот пастор, он же тоже работает, да? Как? Внимание к людям, будут говорят. А? Постоянство. Ну, это ну, не то, что навык. Вот из того, что он делает конкретно. О! Вот я слышу, человек говорит, навык руководить. А вы знаете на самом деле, что многие люди, да? Мы сейчас не говорим о духовных вещах. Мы сейчас говорим чисто о таких, знаете, вещах видимых. Поэтому мы не говорим там о посвящении, о молитве. Мы говорим, вот что пастор делает, вот что ему, ну какие навыки. Вот есть навык, какой нужно развить в себе, там, быть сильным проповедником, да? Или там руководителем, или организатором. Или кем еще? Лидером, да? О, лидером. Вот смотрите, разные.
И вот бывает такое, когда человек не знает, какой навык ему нужно развивать. Из-за этого он теряет годы и укореняется в поражении. Из-за того, что он не понял, какой навык ему нужно развить. И один из навыков, который касается, послушайте, пастырей, епископов, бизнесменов, предпринимателей. И послушайте, это очень важный навык. Это то, что сказал брат. Очень важный навык. Руководить. Понимаете? Я видел пастырей, который выходит, он такую проповедь толкает, вообще там зажигает там и так далее. Но церковь у него маленькая очень. А почему так? Потому что проповедовать он навык развил, а навык руководителя у него слабый. В бизнесе он может в чем-то так разбираться, он может тебе рассказать все, как делать. Но он не развивает навык руководителя, поэтому он не может в бизнесе двинуться. Кто-то с ним поработал, узнал все от него, пошел свою фирму открыл. Его же бизнесом занимается. Руководитель. У кого-то совершенно другой навык, понимаешь, должен быть. Навыки, друзья, это вещи, которые могут поднять вас. Я скажу так, это мое личное мнение. Навыки превращаются в дары, которые поднимают вас. Навыки превращаются в дары, которые поднимают вас. И вы должны знать, что когда речь идет вот о развитии навыков, вы должны выбирать, что конкретно нужно. Вот у меня был один навык, которого я жаждал научиться. И знаете, что это за навык? Как у пастора. Это было невероятно, как я этого хотел. Я хотел научиться приводить людей к покаянию. И я не мог понять, как же, Боже, ты это дашь. И вы знаете что? Когда ты развиваешь навык, то и Бог придет тебе на помощь потом. Ты должен развивать конкретные навыки, которые помогут тебе. А потом знаете, что я увидел? Что когда люди каются, нужно дальше что-то с ними делать. Нужно же им дать духовную зрелость. А чтобы дать духовную зрелость, нужно развивать уже другой навык. А какой навык? Я сел и подумал, думаю, это должен делать пастырь, правильно? Значит, какой навык нужно развивать? Навык пастыря, да? Так послушайте, а если ты не хочешь развивать навык пастыря, потому что очень много овец, ты один не обхватишь их, разве навык поднимать пастырей? Логично или нет? Организатор. И все. Развивайте навыки. Сегодня какой навык вам нужен? Дорогие сестрички, дорогие братья, вот подумайте, какой навык вам нужен, чтобы вы поднялись сегодня? Вот можно сегодня на этом уроке поставить себе цель, чтобы через полгода у вас был уже поднят ваш финансовый уровень. И для этого, дорогие мои, для этого все, что вам нужно сейчас – это понять, какой навык вам нужно развивать. То, что нужно еще делать, друзья, запишите себе. Это для того, чтобы стать успешным, нужно постоянно заниматься самообразованием. Постоянно занимайтесь самообразованием. Я бы советовал сегодня каждому человеку с этого начать, да? Вот просыпайтесь утром, и каждое утро вы должны посвящать тому, чтобы где-то поднять себя на новый уровень. Прослушивайте аудиопрограммы, видеопрограммы, развивайте себя. Новая информация, которая будет поднимать вас, она поможет вам. Вопрос вот сегодня к вам конкретно, да? Если вы хотите изменить свою финансовую сферу, читали ли вы за последние там хотя бы 2 месяца книгу на тему финансов? А кто читал? Поднимите руки. Единицы. И это не удивляет. Почему? Потому что на самом деле, чтобы в этом двигаться, друзья, надо все время учиться.
Я читаю Библию, я читаю духовную литературу обязательно. Я всегда читаю четвертое измерение, да. Но я также читаю книги о бизнесе, потому что если я не буду их читать, мне Бог тогда, знаете, что скажет? Дорогой, я что, за тебя их буду читать? Ты читай, ты поднимайся. И вот этот момент, он важен. Если сегодня вы не будете развивать себя, если вы не будете поднимать себя, друзья, если ваш ум не будет обновляться новыми знаниями, вы не сможете подняться в финансах. Самые простые вещи, вот посмотрите на меня сейчас, самые простые вещи, вот практически. Во-первых, найдите литературу, которая поможет вам в планировании тех финансов, которые у вас есть. Если вы не умеете распоряжаться сегодня тем, что у вас есть, сложно будет чего-то достигнуть. Начните читать литературу на эту тему. Во-вторых, определившись, в каком направлении вы хотите двигаться, возьмите литературу, аудиопрограммы, видеопрограммы на эту тему. Возможно, вам нужно даже посетить какой-то семинар для того, чтобы завести в себе эти процессы и посмотреть. Еще одна вещь, которую я всегда советую людям, которые начинают какое-то свое дело. И эта вещь, знаете, какая? Общайтесь. Ищите контакта с людьми, которые могут вам что-то дать. Всегда ищите, общайтесь. Если человек изолирован, вот он необщительный, он не сможет подняться. Нужно обязательно общение. И что я сам делаю? Я стараюсь поговорить с теми людьми, поговорить с другими. Потому что мне нужно узнать какую-то информацию. Но для того, чтобы ее узнать, я должен быть открыт для общения. И знаете, есть такое выражение в Библии, сказал его Соломон. Он говорит, железо, железо острит. И, друзья, что это значит? Это вот когда ты встречаешься с кем-то, к тебе приходит мудрость, перевожу тебе. То есть вот эта острота. И вот когда ты хочешь, к примеру, двигаться в каком-то бизнесе, кто-то в строительном бизнесе, кто-то там в интернете, кто-то в каких-то других продажах, в создании каких-то продуктов, кто-то хочет какое-то маленькое предпринимательство там сделать. Послушайте, дорогие мои, для того, чтобы это начать делать, сначала пообщайтесь на эту тему с несколькими людьми. Освойте это. И когда вы это освоите, тогда вы будете уже смелее намного об этом думать. Запишите себе, узнайте о вашем бизнесе все. Узнайте о вашем бизнесе все. Ваша задача стать экспертом. Экспертом. И знать все подробности. Поэтому, друзья, запишите себе, вот это то, что я говорю. Читайте журналы об этом, книги, вот о вашей сфере деятельности, статьи, курсы, прослушивайте все, найдите специалистов, узнайте какие-то тонкости, да, это будет для вас очень интересно. И получается так, что когда люди, они начинают в этом двигаться, и они начинают общаться с кем-то, вы увидите, как вас самих буквально затянет туда. Вы увидите, что вы начинаете говорить с ними на их языке. У кого из вас бывало такое, что ты не можешь с кем-то поговорить или быть в этом обществе, потому что когда они говорят, ты вообще не понимаешь, о чем они говорят. Скажите откровенно, бывало такое? У меня это бывало не раз. И знаете, что я делаю? Я делаю вид, что я все понимаю. Но на самом деле мне нужно каждый раз через себя переступить. Понимаете? Потому что, когда ты садишься разговаривать, и там, к примеру, какие-то сидят люди, представляющие политический мир, да? И они начинают говорить, Вася, там Рябоконенко, там, а то-то, все. И какие-то фамилии называют. Надо махать головой. А тот со своим банком, а тот со своим заводом. Да-да-да-да-да. Потому что ты вначале слушай. И потом через время, когда ты уже адаптирован, ты сам уже говоришь, о, а тот, помнишь, тот Конюшенко, а помнишь что-то, да? И знаете что?
нужно переступать через себя и нырять в то общество, где есть вот эта жизнь. Иначе, если ты будешь общаться дальше с бабушками на лавочке, ты специалистом в своем деле не станешь. Понимаешь? Нужно выходить, то есть переступать границу того, с кем ты общаешься. Вы меня слышите, о чем я говорю? Это очень серьезный момент. Некоторых людей, которых я вижу бизнесменами, я буквально их заставляю. Я говорю, ты не можешь стать успешным. Я заставляю, говорю, иди общайся, иди разговаривай, иди туда, погрузись в это общение, в эту атмосферу. Иначе у тебя ничего не получится. Потому что нужно обязательно вот этот момент взять. Дорогие, еще 3 минуты, и я заканчиваю. Потому что здесь очень много материала, я и так все проскакиваю. Но знаю, что сегодня, дорогие мои, сегодня твое время изменить свою финансовую жизнь. И мы говорили первый урок о духовности. Мы говорили о том, что да, нужна жертва. Да, нужно быть святым в десятине. Нужно быть человеком, который является партнером. И вы знаете, все, я даже посоветовал бы, кто в четверг, вот вы идете с верой, идите как партнер. Пусть это будет, как, знаете, вот этот момент, Бог, я партнер. Я партнер, я не в стороне стою. И это духовные вещи. Но есть вещи, которые нельзя игнорировать. Это вещи абсолютно не духовные, кажется, да, но очень и очень важное. Запишите себе следующее. Я не буду сейчас вам много здесь о бизнесе говорить, просто пару вопросов и все. Будьте честны с собой и с другими. Будьте честны с собой и другими. И вы знаете, дорогие мои, все люди, которые вот честны, они имеют будущность. Напиши, честные люди имеют будущность. И вот буквально вот вчера мы разговаривали, и я говорю, знаете, людям такие вещи. Говорю, понимаете, вот на самом деле обманывать люди могут. Но нужно знать одну вещь, что если ты обманываешь, ты сможешь это делать. Но помни одну вещь, я прошу вашего внимания. Если кто-то меня услышит, он от этого, если это делал, освободится. Помни одну вещь, то можно, но недолго. Потому что рано или поздно люди узнают, что ты обманывал. Так или нет? И когда, знаешь, есть твой круг почета, я так называю, с иронией. Когда ты одних обманул, потом ты побежал, других обманул, потом ты побежал, третьих обманул, четвертых обманул, а потом вот этот круг почета ты сделал, и все твои знакомства закончились. И потом, где бы ты ни захотел пристроиться, чтобы вот просто сотрудничать с кем-то, все люди будут от тебя удаляться. И вот я, знаете, представьте, сколько я, бывает, вижу разных нечестных людей, которые пытаются даже к церкви присосаться, чтобы где-то какие-то деньги иметь. И самое страшное, знаете, что я вижу? Когда верующий человек, которому я, к примеру, доверяю, который вызывается вперед, делает искренние глаза, и он берет откаты. Представляете себе? То есть конкретно нужно для церкви что-то сделать, да? Нужно для церкви что-то сделать. И я говорю, нужно сделать это для людей. Нужно сделать это для церкви. Давайте сделаем. Я не буду примеры приводить. Знаете, у нас столько всего. И вдруг ты узнаешь, о Боже, этот человек, он же был как типа помощник в этом, да, там помогал. И он откат берет на этом. Понимаете, что такое откат или нет? Кто не понимает, поднимите руку. А, я понял. Откат, это к примеру, да, там, ты на работу берешь, образно я говорю, там, оператора, да, и говоришь, нужно, чтобы этот оператор, вот он проработал там на каком-то концерте. И человек, который это организовывает, он договаривается с оператором там за $500, а мне приходит, говорит, 1000, и 500 себе в карман ложит. Понимаете? То есть это называется
откат. На самом деле это называется воровство. Понимаете? И это разные люди. Знаете, слава Богу, у нас как раз, знаете, вот что касается операторства, там, колонок, всего, у нас святые люди все, святые, это факт. У нас работает человек один, и он, недавно мы с ним разговаривали, он говорит, послушай, говорит, я 5 лет, говорит, с вами работаю, говорит, я потрясен настолько, сколько люди честные, говорит, вокруг тебя, потому что никогда, вот, говорит, даже в других церквях, там, откаты берут, там, то, говорит, у тебя никогда не взяли. И в самом деле, знаешь, у нас люди честные. Но так или иначе, когда появляется новый какой-то, я извиняюсь, фраер на горизонте, понимаете, который говорит, я для Иисуса Христа хочу помочь, и все. И ты потом узнаешь за откат. О, Боже мой, какая грязь вообще. Какой ужас. Как вы думаете, есть так будущее у таких людей? Я вам скажу прямо, на них проклятие будет лежать до конца дней. Потому что когда, я таким людям говорю, когда мы здесь жертвуем, когда бабушки жертвуют, когда дедушки жертвуют, когда мамы жертвуют, берут, дети их не доели, они пожертвовали. А ты, говорю, негодяй, откат себе берешь. В то время, когда мы это для Иисуса делаем. Представляете себе, как вы думаете, будет успех у такого человека? Не будет. Никогда не верьте в это. Это люди одного дня. Он сегодня украл, как говорится, взял этот откат, съел, и все. А завтра ждет его банкротство, нищета и проклятие. Потому что нужно быть честным человеком. И когда ты честный человек, люди это узнают однозначно. Люди это узнают. И вы знаете, что когда ты честный, люди будут вообще стремиться с тобой иметь дело. Амен? Это однозначно. Итак, дорогие друзья, запишите себе. Создавай себе репутацию честного человека. Но прежде чем закончить, я хочу вам сказать такую вещь. Вот сегодня мы, знаете, взяли там несколько пунктов, так тихонечко их затронули, чуть-чуть. Но моя цель сегодняшнего урока такова, чтобы, первое, каждый из вас, сидящих, посмотрев на себя, снял с себя клеймо, что ты, к примеру, чего-то не можешь, что ты не умный, что ты не способный. Уберите эту глупость от себя. Все мы способные, умные, благословенные люди. И нам нужно увидеть себя. Посмотрите, чего вы хотите. Вот гляньте на себя через год, через 5 лет. Посмотрите. И знайте, что нет чего-то сложного и невозможного. Поставьте себе цель. Стать человеком, у которого есть деньги. Вы знаете, как легко поставить цель? Когда ты вот начинаешь с простых вещей. Я бы хотел, чтобы все на меня посмотрели. Я уже заканчиваю. Начинаешь с простых вещей. И ты говоришь, вот я сижу и думаю, а почему я не могу, к примеру, быть партнером, который жертвует там, я не знаю, там, $5000 каждый месяц. Кто-то, может быть, скажет $1000, кто-то скажет $100. У каждого свое, да, там, уровень. И вот ты сядешь и думаешь, а почему? А вот я хочу, чтобы так было. Вот я хочу себя почувствовать в жизни таким человеком, который может это делать. Я хочу себя почувствовать человеком, который может зайти там в магазин, не на базаре купить Армани. Понимаете, да? А в брендовом магазине. Чтобы не на базар пойти, знаешь, там какой-то Троицкий рынок там или еще что-нибудь, где Армани шила бабушка, которая живет за 2 квартала. Понимаешь, там, или Дольче Габбана. А вот я хочу пойти и купить. Кто-то из мужчин здесь сидит и говорит, а чего я не могу вот добиться того, чтобы подарить своей жене машину? Почему нет? И знаешь, вот начинаешь задавать себе вопросы и ставить себе цели, и видеть себя человеком, который дает. Вот я мечтал, как я себе ставил цель? Я мечтал, я говорил, будет время,
когда мы будем жертвовать мерседесы. И все там, о, жертвовать мерседесы, а куда двойку денешь? Знаете, казалось, как такое может быть? Но главное, я знал, чего я хочу, и ты должен знать, чего ты хочешь. Начни сегодня. Второе, поставив себе цель, выбрав направление, чем ты хочешь заниматься, что ты любишь, что ты готов делать даже не за деньги. Начни развиваться в этом и стань лучшим, лучшим профессионалом. Третье, послушай, обязательно. Вот, понимаете, вот эти вещи, когда ты ставишь себе цель стать лучшим, и вот обязательно, знаешь, как будь человеком, у которого репутация честного человека. Не пропусти, вот, знаешь, какой-то гол в свои ворота. У тебя будет искушение, когда к тебе, знаешь, подойдет искушение, дьявол подойдет через кого-то, чтобы ты где-то что-то соврал, там, украл, утаил и оправдал. Не делай этого. Ты же перед Богом ходишь. Одна из самых таких вещей, которые заостряю сегодня внимание, это вот последнее, о чем оно было не последним, но я хочу его как напоследок сказать. Все, что ты делаешь сегодня, делай как для Господа. Делай как для Господа. Не делай ничего плохо. Делай все хорошо. Будь образом и подобием Божьим. Бог, когда создал землю, сказал, хорошо, весьма хорошо. Так и ты сделал свое дело. Сделал любую работу. Побыл на работе, уходишь. Есть такой принцип, Иисус учил. Кто заставит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Приходишь на работу, у тебя есть твоя ответственность. Сделай что-то еще, кроме ответственности. Сделай что-то еще, кроме ответственности. И ты увидишь, что это изменит полностью тебя самого. Это изменит отношение к тебе. Ты, если даже сегодня, может, никому не нужен, сам Бог, Он поведет тебя, Он приведет тебя в нужное место, где у тебя будет уже и другое отношение, и другая зарплата, и все другое. Даже работая на кого-то, запомните то, что я говорю, работай так, чтобы у тебя было внутри понимание, что ты работаешь на себя. Даже когда это не твое дело. Ты работаешь на себя. Кто-то меня слышит? Аллилуйя. И сейчас вот этот урок финансовый, я хочу помолиться за вас, благословить вас, чтобы в вашей жизни с этого дня начались перемены и началось движение к процветанию. Если до этого ты наделал много ошибок, если сейчас ты принимаешь это слово, это будет как знаком перед Богом, что ты уже другой человек, ты готов двигаться в направлении славы Божьей. Отец, во имя Иисуса, я сегодня благословляю каждого студента библейского колледжа. Во имя Иисуса, Боже, я молю Тебя, благослови. Если где-то была эта жизнь, где была некачественная работа, если были моменты застоя, если не было этого саморазвития, если не было цели стать лучшим, если не было честности, сегодня, Боже, именно на этом уроке, Господь, я просто умоляю Тебя за каждого. Бог мой, во имя Иисуса, благослови каждого начать эту новую жизнь с конкретным видением, с конкретным пониманием. Заниматься делом, которое того стоит. Делом, которое любишь. Быть честным во всем. Поставить цель быть лучшим. Стать профессионалом. Во имя Иисуса. Каждый день
просто распинать всякую лень и заниматься саморазвитием. Благослови каждого, Боже, сдвинуться с мертвой точки. Если ты готов просто сдвинуться с мертвой точки, подними свои руки к Богу и скажи: Бог, я готов, я начинаю. Я буду делать эти вещи. Братья и сестры, то, что я говорил, этого достаточно, чтобы сейчас начать уже новую жизнь. Во имя Иисуса, Боже, благослови каждого, благослови во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Да будет так, аллилуйя, мы воздаем Тебе славу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Послушайте, вот этого урока хватит, чтобы начать. Возьмите этот урок и слушайте его, может быть, 20-30 раз, пока в самом деле вы не начнете. Шаг за шагом. Первая книжка, которую вы купите, это будет вау, это будет как открытие новой страницы в своей жизни. Помните, вот все, о чем я говорил, это является бывает, причиной поражения верующих. И сейчас прямо давайте Богу сильную славу воздадим. Пусть новая жизнь, финансовое благословение будет в жизни каждого. Во имя Иисуса.